Всем привет! Сегодня праздник, 4 ноября, День народного единства. Вас всех поздравляю с этим. Надеюсь, над нами, над всеми будет мирное небо. Вот. И мы не будем делить людей ни по нациям, ни по расам. Вот. И будем уважать друг друга. А мы сейчас собрались, у Димы наконец-то выходной. Вот. Я с ним очень люблю гулять. Вот, и мы сейчас собрались снять несколько роликов. Один ролик я сниму в фикс-прайсе. Что там за новинки, что я еще не сняла в тот раз. Может, там что-то новенькое появилось. Правда, в интернете, в других фикс-прайсах, ну, других городов, там более разнообразно. У нас, конечно, все какое-то более скудное. Вот, а потом прогуляемся по Семеновскому, посмотрим, конечно, по... как это сказать-то, по погоде. Вот, сейчас там должно быть заснежено, красиво. Вот, вам поснимаю некоторые виды Мурманска. Насыщенный день будет. Да, насыщенный день. Кому-нибудь пизделей еще дадим. Дима, зачем? Ну, не знаю, так, бля. Я всех поздравила с Днем Народного Единства, сказала мирного неба над головой, что мы всех будем любить и уважать, а ты тут давай пизделей дадим. Дима, ты ломаешь игру. Навешаем кого-нибудь по ушам. Ну, такие у нас шуточки. Вот, мы мирные люди. Мы никого не пьем. Да, ну едем. Едем, едем. Ну что, мы фикс-прайсе. Я продолжаю снимать то, что сейчас есть в ноябре, какие новинки. И вот, смотрите, появилась гирлянда, 50 лампочек, 3,5 метра, 99 рублей стоит. Потом появились вот такие, это что у нас, календари настенные, 20-й год. А где вы увидели эти календарики? Это? А вот. Вот они. И всего и ничего. Ну да, можете посмотреть. Ага. Не, это вот. Да, православные. Потом есть вот серпантином хлопушка. Вот. Это хлопушка. Три тут. Три упаковки. А ты... Супер. Три в упаковке. Звуковой эффект в виде хлопка с одновременным выбросом наполнителя. 77 рублей стоит. Дим, вот эти мне подержи в руках. Вот смотрите, какая красота здесь. За 77 рублей. Да, декорация так, новогодняя. Так, в банке. Ну да, так не надо доставать, оно только продается. Да? Ну да. Покажи поближе. Несколько видов покажи. Они, по-моему, все с яблочком, вот с яблочком есть. А это, по-моему, тоже было? Вот есть. Прикольно так, симпатично, кстати, смотрится. Я падка на все. О, мне вот эти мышки, которые, кстати, в подарок можно дарить. Покажи вот эту мышку поближе. Она стоит, копилка, 99 рублей. Mm-hmm. Покажи мышу. Мышу. Поближе, Дим. Да, ты ее мне покажи, мордочку. А. Жопку мне показывает. Вот такая мышка. Вот, подарочек уже готов. Смотри, шоколадка, копилка. Пи-п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 и. 99 рублей. Ну что еще? Птички. Так называются птички. Птички декоративные для декора и творчества. Стоят... Не вижу сколько. 77 рублей. Что еще интересного у нас тут есть? Вот у нас есть новогодние декорации. 14 штук. Видимо, куда-то клеить. Вот. Это значит 53 рубля стоит. Так. Вот такие у нас настольные календари. Прикольный, кстати, настольный календарь. Угу. Подарить вот так вот, знаешь, с мышкой и вот угу. Это подарить. Да, да. Вот такой настольный, красивый, угу, с мышей. Календарик. 53 рубля. Так, что у нас еще есть? Что же у нас так?
Я пока буду снимать все подряд. Вот такие есть носки подарочные, разные. Вот разные такие носочки. Они стоят у нас 77 рублей. Что-нибудь интересное увидишь, скажешь. Вот такие пакеты для подарков. Тоже интересные такие новогодние. 53 рубля стоят. Такие. Вот такой пакет. Очень классные пакеты. Для подарков самое то. Положить. 53 рубля, красивые, яркие, красочные. Так, в прошлый раз показывала вам коробочки. Вот за 55 рублей подарочная коробка. Ну, тут надо смотреть, что были не мятые. И есть еще коробка за 99 рублей. Она 15 на 8. Вот такие коробочки за 99 рублей. Тоже очень удачные для новогоднего подарка. Видите, очень классно упаковать. Дим, кстати, можно такую коробочку для телефона маме купить. Дима хочет купить маме подарок. Телефон. Смотри, какая коробочка, да? И упаковать. Ну, можно посмотрим. Вот такие коробочки. Эти коробочки за 77 рублей. Вот, коробка подарочная новогодняя. 77 рублей. Тоже такая картонная. Разные рисунки. Вот, смотрите, какая классная. Нежно-фиолетовая. С бантиком. Очень интересно. Вот это уже коробка подарочная за 99 рублей. С блесками. Блестящая. Вот. Смотрите. 99 рублей. Ну, кстати, очень такая интересная, милая, новогодняя. Потом, в прошлый раз, я не видела вот такие блестящие, полностью в блесках все шарики. Но и опять же говорю, что они будут осыпаться. Они стоят 55 рублей. Но они будут все, конечно, осыпаться. Уже на коробке полно блесток, но красивая. Потом кружка с елочной игрушкой. О, смотрите, там елочная игрушка в кружке. И вот она такая зимняя. Новогодняя. 77 рублей. Как бы уже подарок такой. Вот такие подсвечники. В четырех расцветках за 77 рублей. Вот розовый, смотрите, звездочки. Вот такой зеленый, звездочки. Такой нежно-нежно розовый, даже оранжевый, тоже звездочки. И серебристый. Серебристые олени. Ну, хороший подсвечник. Очень милый. Тоже в подарок очень хорошо. Потом есть печенье сдобное. Дед Мороз и снеговик. 150 рублей. Вот такая коробка. Коробка печенья. Тоже в новогоднем формате сделана. Здорово так. Коробочку потом можно использовать. Вот, 70,
А 99 рублей стоит. Вот такие есть надписи с Новым годом. За 53 рубля. Тоже где-то повесить. Наклейка новогодняя. На окно, например. Они все разные, их отклеивать можно. 77 рублей. Есть еще вот такие подсвечники. 9 сантиметров. Вот такие. Упакованы в виде подарка. С бантиком. Вот, видите. 77 рублей. Уже продаются еще новогодние подарки. Сладкие. Вот такие. 77 рублей, 350 грамм. Я считаю, что очень достойно. Вот, с Новым годом. Сладкий подарок положить. Очень-очень интересно. Вот такой. Ну, это такой же. Потом вот. Сладких праздников. 200 грамм, 55 рублей. То есть новогодний подарок 350 грамм, 77 рублей стоит. 200 грамм, 55 рублей стоит. Вот. Так, смотрите, какие у нас есть тарелка стеклянная новогодняя. 77 рублей. Вот смотрите, в каких. Вот видите, рябина, покрытая снегом. Такая подарочная. Вот такая есть. 77 рублей. Их несколько видов. Три вида. Все доставать не буду. Вот. Также вот тут есть за 77. Тарелка новогодняя. Видите, в виде курантов. Это просто обычная тарелка новогодняя, тоже 77 рублей. Смотрите, вот такая расцветка. Тут похожи они, куранты. Так, у нас тут есть салфетки Новый год, тоже рябина. Рябина. Такие новогодние узоры. Вот такая новогодняя. Так, смотрите, есть набор деревянных елочных украшений. Вот такие на елку. 12 штук. Смотрите, обвесить елочку. 12 штук. Очень даже интересные такие украшения. 55 рублей стоит. Так, есть еще кружки новогодние. 340 миллилитров, 77 рублей. Вот с таким рисунком. Смотрите, как классно. Сюда можно поставить вот ложечку с отверстием для ложечки. Тоже такие елки, звездочки, рисунки. Потом, смотрите, тарелка новогодняя в виде пингвина. Потом вот с таким узором, как на варюшках обычно, на каких-то свитерах. Очень даже уютная кружка. И потом кружка новогодняя, вон поросята, хотя год крысы. Это, видимо, старый завоз остался. Смотрите. Вот такие кружечки. А вот у нас уже с мышкой. Вот с мышкой такие. 77 рублей, 370 миллилитров. Смотрите, какой интересный аромат. Ароматизатор для дома нашла с запахом океан.
выглядит вот так вот. Океан. Жасмин. Потом лаванда. И океан. И ваниль. Ваниль. Просто нужно... Ничего тут поджигать не надо. Просто нужно удалить вот этот защитный стикер и поставить. И ароматизатор будет действовать. Работать. Потом тут есть ароматические наборы за 99. Вот ароматический набор. Сколько? 5 палочек. Ну, тут такая бутылочка. Ее достаешь, вставляешь палочку, идет запах. Сандал, пачули, ваниль, лаванда. 99 рублей. Тут есть вот такие шкатулки. Но это скорее можно для детей. Ну, для девочек лет там уже 10-9 дать поиграться. Потому что, конечно, на ощупь очень искусственная, такая декоративная прям. Вот, ну, блестящая. Мне здесь... Вот тут есть такие вот светильники. 55 рублей. Смотрите. Вот такой мишка есть. Ночничок. Набор декоративных камней. Их куда-нибудь в вазочку поставить. И чтобы радовали. 53 рубля. Так. Тут свечки различные. Обычные подсвечники. Вон за 26,50. Свечки за 99. Вон. Так, немного поснимаю вам. Также для личной гигиены средств. Вот Colgate 75 миллилитров. Вот такая там. Зубная паста 53 рубля стоит. Так что сравнивайте цены. И... 75, а в два раза больше 150, 77 рублей. Вот, так что выгодно очень. Что тут еще есть? Зубные пасты, зубные пасты. Пена для бритья жилет 200 миллилитров для мужчин 99 рублей стоит. Вот. Дезодорант 55 рублей стоит. Вот, не знаю, не пользовалась. Качество. Вот, леди спидстик 99 рублей стоит. Так, что у нас по стиральным порошкам? Стиральный порошок 3 килограмма 600 грамм 199 рублей стоит. Миф стиральный порошок 1,2 килограмма 77 рублей стоит. Ватные палочки 200 штук 27,50. И 350 штук. Вон огромная коробка. Стоит 77 рублей. Так, что у нас тут еще есть? Ладно, на этом, наверное, выпуск пока закончим. В следующий раз еще что-нибудь снимем.